Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии впервые приняли участие в акции «Стань донором». Перед тем, как сдать кровь, солдаты прошли медицинский осмотр. Каждый из добровольных доноров сдал около 400 мл крови. После проверки в лаборатории она будет передана в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи нуждающимся, в том числе для лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями. Кровь военнослужащие сдали разных групп, в том числе редких. Эта акция сплачивает людей и показывает, что люди разных национальностей вместе могут делать добро, отметила заведующая лабораторией Республиканской больницы Абхазии. Солдат военной базы российской, наши солдаты участвуют. Но вместе это совместная акция первая. Это очень важно. Это, во-первых, акт гуманизма и взаимопомощи совместно между двумя армиями. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа намерены принимать активное участие и вносить свой вклад в развитие донорства Абхазии, а также сделать акцию «Стань донором» в Абхазии традиционной. Кровь сдавал первый раз, давно хотел это сделать, тем более находясь в Республике Абхазия, помочь жителям. На протяжении всей службы, надеюсь, если получится, еще раз сдать кровь, так как много людей нуждаются в ней. Всего российские и абхазские военнослужащие сдали около 25 литров крови в помощь больным.